в Одесі зустріли мандрівника та рекордсмена Антона Бондаренка. Я хочу вам, Антон Бондаренко, вручить рекорд. Найдовша дистанція пройдена на сабборді. 1000 кілометрів чоловік із Києва в Одесу прийшов на сабборді. Поздравляємо вас. Спасибо большое. Спасибо. У меня было два весла, а вот я греб и стоя, и сидя, когда приходилось выгребать, такое у меня байдарочное весло, когда очень тяжело прижиматься к доске и работать этим веслом. Были ситуации, когда дул, особенно вот на море, на Днепровском лимане, отжимной ветер, и ну я, да, я... Думал уже о своем загранпаспорте, где он у меня, дабы, если придется пристать к турецкому берегу, то он понадобился. Вот спальник, конечно же. Это летний спальник, потому что, в принципе, лет у нас. Ну, там разные ремнаборы, вот, рыльно-мыльные принадлежности, газовый баллон, там веревки необходимые. Это все тоже, да? Что это здесь есть? Антон, где вы? Палатка. Где вот. Вы ночевали обычно? Вот, ну, обычно был... я ночевал на берегу в палатке, как правило. Но когда я был в проходил города, то или кто-то меня приглашал, вот, ну, я ночевал у людей. А я нашел такое вот убежище. Это труба газобетонная, такая вот полутруба. И здесь я остановился. Можете посмотреть, вот, как я устроился. Сабборди стартував із Києва і плив річкою, а вже від Очакова рухався по морю. Від Дніпра до Запоріжжя Антон йшов майже без зупинок. Лише взяв паузу на двогодинний сон. На всю подорож знадобилося 26 діб.